Приветствую вас, и на первый вопрос можно ответить скорее да, чем нет. То есть тут у нас имеет место быть следующая ситуация. Насколько исключительными являются обстоятельства, которые привели к подобному? То есть, может быть, муж был в состоянии аффекта или в состоянии алкогольного опьянения, когда он не осознавал, что делал. И это смягчает его вину, но ни в коем случае не оправдывает полностью. И в этом случае, конечно, при наличии раскаяния мужчины, есть вероятность большая, что такого больше не повторится. Если же мужчина не был в состоянии аффекта, осознавал то, что он делает, отдавал себе отчет, то тогда это с большей долей вероятности повторится, и значит, отвечая на второй вопрос, сохранять отношения ради ребенка не стоит. Почему? Потому что для него подобные эксцессы очень большой стресс, который влияет на него категорически и исключительно негативно, вредят его психике, вредят его здоровью, вредят его нервной системе. И логично предположить, что мама такого ребенка не будет счастлива в такой семье. А раз не будет счастлива она, значит, не будет счастлив и ребенок. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим.